Коллега Айгуль Жамалова продолжит. Айгуль, чья это была инициатива? Блогер по имени Виктория пишет, что акцию организовали общественники и добровольцы. Они проверили, как обустроены пандусы. Рейд выявил, что во многих зданиях специальные спуски отсутствуют, а те, что имеются, не соответствуют стандартам. Инвалидам практически невозможно обойтись без посторонней помощи. К примеру, на вокзале, чтобы попасть на перрон, людям с ограниченными физическими возможностями пришлось ехать в объезд около 1000 метров. Аналогично ситуации на улицах города. Бордюры не предназначены для проезда колясочников. А сколько в общей сложности активисты посетили мест? Неужели не нашли ни одного объекта, который соответствовал бы стандартам? Ну, всего они обошли около 20 заведений, и, представляешь, лишь одно место соответствовало всем требованиям. Это пандус у здания центра по выплате пенсии. Руководство остальных соцобъектов и вовсе не понимало, почему у других нет спецспуска, а у них должен быть. А ведь об этой проблеме говорят не первый год. К тому же схожая ситуация, если не ошибаюсь, по всему Казахстану, не только в Павлодаре. Об этом регулярно пишут информационные ленты вроде. Да, к сожалению, это так. И я искренне надеюсь, что местные власти обратят внимание на эту проблему и предпримут все необходимые меры. Что еще в сети обсуждают? Фильм 27-летнего режиссера Сакена Жолдаса под названием «Он и она». Чем это он так заинтересовал? За первый уикенд кинопроката фильм заработал 40 миллионов тенге. Круглая сумма. Да. И в целом же на съемки было затрачено около 300 тысяч долларов. Поэтому картина почти окупилась, пишут на портале Tengri News. Романтичная комедия многим пришлась по душе. Сюжет рассказывает о жизни обычного студента. Он влюбляется в бесстрашную девушку-сорванца, которая полна загадочности. Кстати, исполнители главных ролей прежде никогда не снимались в кино. Ну, приятно, что казахстанские фильмы могут конкурировать с такими картинами, как, допустим, у Бондарчука. Ты знаешь, Арстан, но не все так гладко. Нешуточный спор разгорелся после премьеры этого фильма. Пока одни знаменитые блогеры, вроде Алишера Еликбаева и Баглана Айдашева, рукоплескали таланту Сакена Жолдаса, другие возмущались тем, что уже видели картины со схожим сюжетом. Так, к чему это ты клонишь сегодня? Дело в том, что в 2001 году в Южной Корее на экраны вышел фильм «My Sassy Girl». В 2007 году сняли голливудский ремейк под названием «Моя дрянная девчонка». А вот казахстанский фильм «Он и она» не заявлен как ремейк, написал Андрей Мануилов в своем твиттере. Ох, какие страсти вокруг этого фильма. Сегодня в обзоре у тебя сплошные ссоры и конфликты, я заметил. Ну почему же? Есть у меня в запасе одна очень позитивная новость. Давай. Казахстанские дизайнеры наконец научились делать национальные платья из мусора. Опять, небось, бутылки клеят, нет? Нет, не удивляйся, речь идет всего лишь о пустых коробках из-под косметических средств. В расход пошли килограммы спонжей, аппликаторов и тюбиков от кремов. Платья были расшиты цветами из упаковочной бумаги и украшены кистями. К своим хендмейд-нарядам дизайнер Лария Джакамбаева даже сделала головные уборы Саукеле. Слушай, а можно дизайнеру заказать пару нарядных рубашек? Почему бы нет? Красоту ничем не испортишь. Спасибо, Айгуль.